Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мои хорошие. Скоро у нас с вами наступит праздник. Особый праздник. Называется Happy Easter. И к нам сегодня в гости пришел, посмотрите кто. Зайка. Зайка пришел и принес с собой еще яички. А это особый-особый гость этого праздника. На Иста, на Пасху, приходит зайка, и он приносит особые яички. Пасхальные яички. Вот такие красивые пасхальные яички. И мы сегодня с вами будем делать проект. Мы будем делать ему друга, зайку, еще одного зайку. Итак, мои хорошие, что нам нужно будет для этого? Для этого нужна будет тарелочка бумажная. Но можно и кружочек. Также нам нужно будет из белой бумаги вырезать вот такие ушки для зайки. И из цветной бумаги можно будет вырезать вот такие. Значит, у нас получится вот такая заготовочка. Можете любой цвет взять, который вам нравится. А еще нам нужно будет вот такие 6 полосочек, как ушки. Цвет цветной бумаги нужно будет такой же, как и ушечки. У меня он желтый, а еще пом-пом. Еще нам нужно будет 2 глазика, черный фломастер и клей обязательно. Обязательно клей. Итак, мои хорошие, сначала мы берем тарелочку или кружок, складываем напополам, вот так. А потом у нас получится вот такой вот зайка на подставочке. Но мы сейчас убираем пока нашу тарелочку или кружочек и беремся за ушки. Берем вот такие заготовочки. Промазываем клеем. И берем у нас заготовочки из цветной бумаги. И промазываем, наклеиваем эти. Вот такие ушки получились. И смотрите, ну уже наш зайка почти готов. Но у нас нету глаза. Где наши глазки? Мы сейчас эти глазки приклеим сюда. Ребятки, только делайте в первой половине, хорошо? Потому что вторая половинка пойдет у нас на подставочку. А затем мы клеим носик. Пом-пом. А затем мы проклеиваем наши усики. Вот так, вот так, вот так. Так, вот так. И проклеиваем усики. Ставим так. Так клеим. Вот так подклеиваем еще красивый, чтобы был у нас зайка. Вот такой зайка. Вот такой. Проклеиваем его. Вот такие усики у нас. Поправьте, если что. И мамы помогут. Вместе с ними делайте, с мамами, с папами. А еще мы сделаем вот такой ему ротик. Вот такой зайка у нас получился. А еще вы можете сделать из другого цвета зайчку. И получится вот такой зайка. И будет он у вас стоять и радовать вас, скажет. Happy Easter! С праздником вас! С праздником Пасхи! Happy Easter!